Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Пожарно-тактические учения прошли на базе торгового центра Европы, расположенного в деревне Татаренково Курского района. По легенде, возгорание возникло в подвале торгового зала. Администрация объекта сообщила о происшествии в пожарную охрану и провела эвакуацию посетителей и работников центра. Первыми по тревоге прибыли огнеборцы 8-й пожарно-спасательной части, находящейся рядом с объектом. Возгорание в торговом зале подвала, сильное задымление подвала. Дошло администрации, внутри находится отрезанный продуктом горения, 3 человека в помещении, как поняли. Отрезанными огнем от выхода в цокольном помещении остались 3 человека. Пожарные с помощью спасательных устройств вывели людей из здания. Полностью ликвидировать огонь площадью почти 100 квадратных метров удалось примерно через час. Ну, прежде всего, это объект с массовым пребыванием людей. В дневное время здесь, как правило, находится очень много посетителей. Вот, это, прежде всего, самая основная сложность. И, соответственно, из-за геометрических размеров. Во-первых, объект не типовой. У него объемно-планировочное решение сложное считается, потому что это не типовой объект. Вот, большая площадь по периметру, вот, и по объему помещений. Как бы это основная сложность заключается, основная сложность данного объекта. Всего в тушении было задействовано более 10 единиц техники и порядка 50 человек личного состава. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.